Вэнь-Юй, дело не в том, что я боюсь, притворяясь старшей принцессой. Я не могу умереть. Поэтому ты можешь остаться в комнате и защищать меня. Так будет лучше для нас обоих. Как я могу так спать? Ну, я ослаблю узел. Тогда ты сможешь спать на полу. На полу? Не волнуйся, я положу одеяло на пол. О, ну спасибо. Мы же теперь друзья, не благодари. Я не уверена, что сегодня что-то случится. Я беспокоюсь за свою жизнь. Пока мой брат благополучно не вернется, я не могу умереть. Вэнь-Юй, я засыпаю. На самом деле, все хорошо. Теперь ты мой друг. Там, в Бэйшо, я буду добра к тебе. Я не должен был втягивать тебя в это. Господин Синьи, что? Господин Синьи, ваша одежда. Давайте принесу вам чистую. Заодно помойтесь перед встречей с сестрой. Не буду. Знаешь что? Я покажу своей сестре, как вы относились ко мне. Господин Синьи, все не так. Мы не хотели оставлять вас. Просто было очень срочное дело. Я оставил там солдат искать вас. Знаешь, ты не оправдывайся, я вернулся сам. Вы мне не помогли. Мне удалось спастись, я чуть не помер. Хватит болтать. Сестра? Сестра? Господин Синьи, господин? Сестра? 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 Синьи? Сестра! Ты наконец вернулся. Брат, как твоя рана? Как? Уже все хорошо. Ты понятия не имеешь, какими были последние 10 дней. Сначала меня отравили, потом ползал по лесу на коленях. В последние дни мне уже было трудно идти. Я опирался на палку, сестра. Было так холодно, и мне нечего было есть. Сестра! Сестра! Мне жаль, Синьи. Я не смогла тебя защитить. Неважно. Тебе дали противоядие. Какое противоядие? И вовсе нет, они меня бросили. Своей находчивостью я смог убедить женщину-убийцу дать мне противоядие, иначе умер бы. Господин Синьи, я уже объяснял вам. Я не хотел вас бросать. Я просто спешил. Что за оправдание? Как ты мог? Знаешь, они такие ненадежные. Сестра, давай уйдем. Сестра? Господин Синьи столкнулся с сектой Жоу Фэн. Затем подкрепление распугнуло их. Мы поймали двоих. Но у них был яд. И они убили себя. Секта Жоу Фэн послала всех своих убийц. Они были отлично подготовлены.
У них была даже карта движения свадебной процессии. Это самая большая секта. Похоже, они хотели убить принцессу. Но при этом были нацелены на меня. За ними обязательно должен стоять чиновник. Чиновник? Это все объясняет. Получили информацию из Дун Юя о личности Юэ Лин? Еще нет. Господин, вы не доверяете Юэ Лин? Хорошо, присматривай за ними. Если что-нибудь понадобится, обязательно помоги им. И они не должны убежать отсюда. Я понял. Я пойду. Сестра, еда здесь вкусная. Сини, они дружелюбны к принцессе, да? Все это императорские блюда. Сестра, ты хочешь остаться и выйти замуж? Я не могу уйти. Если я уеду, тогда Бэйшо будет давить на Дун Юй. И тогда, боюсь, снова будет война. И побег старшей сестры будет раскрыт. Верно, верно. Это так мило с твоей стороны. Да, конечно. Давай просто подождем и посмотрим. Местные правила немного странные, но, думаю, меня не будут беспокоить. Прочь с дороги! Канцлер вернулся. Разве он не в Юнчжоу? Вернулся так скоро? Почему? Брат, я сопроводил принцессу Дун Юй в поместье. Скоро вы увидитесь. Брат, я слышал, что на Северного принца покушались на обратном пути. У нас много убитых и раненых. Принцессе Дун Юй чудом удалось избежать смерти до прибытия в столицу. Она чуть не умерла. А ты отлично проинформирован. Но я тоже чуть не умер. Почему обо мне не заботишься? Ты выглядишь хорошо. Принцесса Дун Юй сейчас важнее всего. Сосредоточиться на самом главном. Брат, я думаю, что Северный принц виноват в таких потерях. И он заслуживает наказания в качестве предупреждения. Раз меня волнует главное, то советую тебе перестать указывать нашему брату. А я вовсе не указываю. Я прошу наказать тебя, не настраивай меня против правителя. Кто тебя настраивает? Вообще-то это ты этим занимаешься. С большим трудом, избежав смерти, я вернулся в столицу. Но кому-то очень уж не терпелось послать свою служанку отравить меня. Отравить? Интересно, кому? Старший брат, это была идея министров, что принцессу Дун Юй необходимо одарить, чтобы отвлечь ее от страшного путешествия. Ты прав, Джесси Вань. Я тоже слышала о этих покушениях. Принцесса Дун Юй, к счастью, не умерла. Ей посчастливилось выжить. И она здесь, чтобы выйти замуж. Брак между представителями двух государств — счастливое событие в этом случае. А потому Северный принц будет освобожден от наказания. Спасибо, правитель. Как же так? Это неуместно. Это невозможно искупить. Канцлер. Канцлер вернулся. Канцлер. Император, я поспешил сообщить вам об успехе. Вы не будете меня винить? Не так ли? А? Вы один из важных чиновников.
Во время подавления восстания в Юньчжоу вы проделали тяжелую работу. Но вы держите меч при дворе, и это неправильно. Правитель, канцлер заслужил похвалу за подавление восстания в Юньчжоу. Может ли правитель вслед за императором Сюань разрешить важным чиновникам носить меч при дворе? Да, канцлер имеет достаточно заслуг. Думаю, министр Лю прав. Тогда я... Спасибо, правитель. Правитель, я слышал, что сюда прибыла старшая принцесса Дун Юй, чтобы стать вашей законной супругой. Дун Юй небольшое государство. Их старшая принцесса недостаточно хороша, чтобы выйти замуж за нашего императора. Верно, да. Дядя, вы хотите разорвать помолвку и союз между государствами? Племянник, я сказал, что Дун Юй довольно маленький. И их старшая принцесса недостаточно хороша, чтобы выйти замуж за императора, когда я предлагал разорвать помолвку. И когда это я советовал разорвать союз между государствами? Если у вас есть идеи, дядя, говорите. Старшая принцесса Дун Юй все-таки принцесса. Она не подходит для императора, но... Она вполне может подойти одному из наших родичей. Хотя ваши слова разумны, но я не думаю, что это устроит Дун Юй. Правитель, уверяю вас, я давно знаком с советником Такшила из Дун Юй, и очень хорошо. Он сможет убедить правителя Дун Юй. Хорошо. А если хан Дун Юй согласится с подобным предложением? Кто из нашей семьи, по-вашему, достаточно хорош для принцессы Дун Юй? Я! Брат, я хотел бы помочь тебе. К тому же я слышал, что принцесса Дун Юй красивая женщина. Она должна выйти замуж за меня. За самого красивого мужчину в Бэйшо. Раз так... Дядя, что вы думаете? Правитель, я думаю, что Северный Принц приложил немало усилий, чтобы привести принцессу. И он пока еще не женат. Пусть он и женится на принцессе. Что скажете, правитель, насчет Северного Принца? Канцлер такой заботливый. Не думаю, что я достаточно хорош для принцессы. Да, позвольте мне, я сделаю это. Хорошо. Мы сделаем то, что посоветовал нам канцлер. Принцесса Дун Юй выйдет замуж за Северного Принца. Отлично! Спасибо, Ваше Величество. Я твой брат, так что очень не засновайся. Первым пришел, первым обслужен. Таково правило. Чжао Шиюй, подожди у меня. Каждое утро при дворе два принца враждуют друг с другом. Правитель очень слаб, и у него нет детей. Если наша страна попадет в руки двух недалеких принцев, точно быть беде. К счастью, при дворе канцлер по-прежнему у власти. Да, полагаясь на них. Дядя. Дядя. Давно не виделись? Уже давно. Шиюй, ты полон силы и энергии. Хочу поздравить тебя. Кстати, об этом. Спасибо, что предложили меня. Южный принц не женится на красавице Дун Юя. Шиюй, ты очень храбрый, устранил такую опасность. Вернулся и получил красавицу. Хорошо, мне уже пора. Господин, почему так внезапно? Вы женитесь на принцессе Дун Юй. Очевидно же, дядя к этому подтолкнул. Но почему он предложил именно вам жениться на ней? Вместо правителя. Неужели он хочет дать вам власть, Дун Юй? Он не может быть настолько добрым. Думаю, он скоро что-нибудь сделает.
Наш правитель очень вырос. Пока я был в отъезде, он заключил союз с Дун-Юй. Мне пришлось загнать 3 лошадей и ехать день и ночь, чтобы успеть помешать ему жениться. Канцлер. Правитель у власти уже 3 года. Наши возможности ограничены при дворе. Когда вы покинули столицу, правитель вел переговоры с Дун-Юй и пытался получить власть через брак. Он хочет жениться на принцессе Дун-Юй, совершенно не опасаясь разочаровать нас. Правитель всячески накапливает свою власть. Я вас не понимаю. Вы же побаивались Северного принца. Тогда почему сейчас предложили ему жениться на принцессе? Если принцесса Дун-Юй выйдет замуж за Северного принца, он с легкостью получит силу Дун-Юй. Но если принцесса не выйдет за принца, а тем более даже умрет в его поместье, для нашего Джоу Шиюя начнутся крайне тяжелые времена. Великолепно, канцлер. Блестяще. Сейчас пусть люди полностью отремонтируют Восточный двор. Кстати, приложите больше усилий, чтобы украсить покои в традиции Дун-Юй. Господин, вы женитесь на фальшивой принцессе? Настоящая она или нет, но она станет моей настоящей женой. Привыкай. Осторожно, осторожно. Да. Список подарков. Указ для Ашина Джу. По указу нашего правителя, Ашина Джу, старшая принцесса Дун-Юй, элегантная, уважительная, умная, с мягким характером и красивой внешностью. Посему мне очень приятно объявить, что я решил связать наше государство браком. Джоу Шиюй, Северному принцу больше 20 лет, и ему пора жениться. Он заслуживает хорошую и знатную жену. Ашина Джу, старшая принцесса, идеальная пара для Северного принца. Мой долг — помочь им соединиться. Настоящим повелеваю выдать Ашину Джу замуж за Северного принца. Свадьба состоится через 3 месяца в национальный день Байшо. Все церемонии осуществит ведомство обрядов и павильон астрономии. Примите указ. Сестра, они не уважают наше государство. Они изменили свадьбу. Супруга принца — это не супруга императора. Это неправомерно. Да. Я тоже не ожидала. Как бы старшая сестра пережила бы все это? Она бы нам даже не сказала. К счастью, она ушла. Но в списке подарков так много золота, серебра, шелка, крупного рогатого скота и лошадей. Много всего. Не думаю, что наши люди будут жаловаться. Они не будут жаловаться, но я скажу, ты не выйдешь замуж. Сестра, я слышал, что Северный принц плохой человек. Сбежим. Да. Но о старшей сестре известий нет, забудь. Двор в Бэйшо выглядит шикарно, но ему не сравнится с нашими лугами. Сестра! Сестра! Сестра, посмотри, кто здесь. Принцесса! Тянь-тянь! Принцесса! Я наконец-то нашла вас!
Вы не знаете, когда я устроила старшую принцессу, когда едва устроила старшую, я сразу же отправилась к вам. Но дорога была такая длинная. По пути я встретила беженцев, и они отобрали у меня все, что было. Это была тяжелая дорога. Я понимаю тебя, Тянь-Тянь. Спасибо тебе, Тянь-Тянь. Пойдем. Как там моя сестра? Принцесса Ашина Джу и Дуэрти Цин поселились в северо-западном племени Дуньюй. Замечательно! Она выйдет замуж за любимого. Более того, мы трое снова вместе, снова вместе. Но что мы будем с вами делать? Сбежим. Сяо-сяо, сяо-сяо, сяо-сяо. Иди сюда, хороший поросенок, съешь еще? Иди ко мне. Я самый красивый мужчина в Бэйшо. Так почему же Джоу Шиюй превзошел меня? Да, верно. Вы красивый и очаровательный. Вы идеальная пара для принцессы. Но правитель во всем подчиняется канцлеру. Вам следует оставаться с ним в дружеских отношениях. Вы должны. Дядя очень умный и темпераментный человек, и я не смею его провоцировать. Есть ли другой способ жениться на принцессе Дунъюй? Господин, если вы наладите отношения с принцессой, прежде чем она успеет официально выйти замуж за Северного принца, то она сможет попросить выдать ее замуж за вас. Возможно, так у вас появится луч надежды. А это хорошая идея. Господин Синьи, господин Синьи. Почему ты здесь? Я принес вам поесть. Гусиный пирог с цветами. Рыбное филе. Сыр с вишней. И перепел на гриле. Это самые известные местные закуски. Вы еще такое не пробовали, господин Цини? Даже не думай, что я прощу тебя из-за этих закусок. Я понимаю. Но, господин Цини, вы собрали вещи и хотите уйти? Нет. Я просто убираюсь в комнате. Я просто по натуре очень чистоплотный. Есть проблема? Да нет, ничего. Кто это тут ест один? Сестра, Линьмо принес мне эти закуски. Я просто хотел попробовать их. Если окажутся вкусными, я принесу их тебе. Правда? Тогда я пойду. Сестра, у меня все собрано. Мы сегодня уходим? Не сейчас. Мы не можем уйти без плана, чтобы не насторожить их. Сестра, мы в столице Бэйшо уже довольно давно, но никогда не выходили. Я слышал об известном ресторане «Павильон Фэн Юя». Что если мы сходим туда развлечься? Сестра, отведи меня туда, пожалуйста. Отведи, сестра. Тогда пойдем. Господин, принцесса вышла. Наконец-то. Придерживаемся плана? Одобрено. Да. Чуньхо. Да. Переодень меня. У меня появились дела. Да. Вон, смотри. Неплохо. Как красиво. Ты красавица. Давай повеселимся. Смерти хочешь? Ты только выздоровел. Это же просто тараканы. Я могу сама о них позаботиться. Говоришь высокомерно. Давай лучше научу, как понравится мужчине. Смерти хочешь? Стоять! Побейте его! Что происходит? Что они делают? Почему они дерутся?
Мое ухо! Не бойтесь, госпожа, когда я здесь, они не посмеют вас обидеть. А вы мастер боевых искусств? Конечно. Практикую с самого детства. В столице Бэйшо никто не сможет победить меня. Никто не может победить его. Впечатляет. Может, посоревнуемся? Даже не знаю. Я сильный мужчина. Как могу драться с девушкой? Смотри. Сестра, остановись. Не убей его. Как ты посмела? Я... Господин. Ян. Господин. Ян Цюй. Не плачьте, господин. Я думала, вы мастер боевых искусств. Простите. Я не знала, что вы такой слабый. Проводить вас к лекарю, а потом домой. Сколько вам нужно заплатить? Я заплачу. Точно. Она даже предложила мне денег. У господина есть важные дела. Нам пора идти. Я провожу. Не уходите. Этот местный парень странный. Был таким гостеприимным, а потом стал равнодушным. Я думаю, мужчины Бэйшо слишком слабые. Без боевых искусств он думал спасти тебя. Видимо, очень хотел. Забудь о нем. Пошли уже. Ага. Принц, принц, принц. Успокойтесь, не сердитесь. Успокойтесь. Успокоиться? Вот что ты наделал? Как успокоиться? Я не ожидал такого. Чуньхуа Цюэ Сяочань? Да. Накажите его. Да. Господин, я. Господин. 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 Помилуйте. Пощадите меня. Я не знал, что принцесса Дунюй такая жестокая. У меня есть другой план. Другой. Стойте. Давай, говори. Господин, раз нам не удалось заполучить принцессу, сделаем тогда что-нибудь с Северным принцем. Выкладывай. Что мы можем сделать? Принц. Мы можем... Господин. Приглашение. Это прислал Южный принц. Приглашение в ресторан павильона Фаньюя. Я не пойду, у меня нет времени на глупости. Я передам ему ваш ответ. Господин, господин. Принцесса Дунюй хочет бежать, но сегодня она с братом пойдет в павильон Фаньюя. Управляющий Вэнь. Принц. Я приму приглашение. Южный принц хочет немного развлечься, и я присоединюсь. Ведь во дворце любят наши с ним споры. Да. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз видел, как танцует госпожа Сунань на сцене Фаньюя. Ага. Смотри, число гостей на представлении увеличилось более чем в два раза. Откуда у тебя синяки на лице? О! Сегодня я выходил и случайно упал. Если бы ты упал случайно, не было бы столько синяков. Если за тобой гналась собака, не было бы столько ран. Тогда представь, что я встретил очень злую собаку. Злющую. Меня вспоминают. Кто думает о тебе? Нет. Проклинает меня. Неважно, неважно. Смотри, идем.
Добро пожаловать. Сегодня наша непревзойденная Сунань станцует для гостей. Давайте поприветствуем ее. Смотри. Сюда. Хорошо. Когда она выйдет? Уже скоро, подождите. Она скоро выйдет. Подайте ваше самое лучшее вино и блюдо. Хорошо. Приятного аппетита. Госпожа Сунань здесь. Госпожа Сунань пришла. Наконец-то она вышла. Мы долго вас ждали. Госпожа Сунань. Госпожа Сунань танцует еще лучше, чем раньше. Серьезно? А я думаю, все как обычно. Ей определенно не сравнится с персидскими девушками в моем дворце. Которые есть у меня. Шию, я слышал, что у тебя есть красивые женщины, но нет персидских девушек, не так ли? Я собираю красивых девушек гораздо хуже, чем ты. В конце концов, ты довольно опытная, а я в этом тебе точно не ровня. Обычно, когда я вижу красивых женщин, я уже слишком сыт, чтобы насладиться их очарованием. Сегодня я здесь вижу обычных девушек и нахожу их привлекательными немного. Браво! Почему эта девушка выглядит так знакомо? Невероятно! Настоящая фея! Кто там? Она злобная убийца! Браво! Браво! Не смеши людей, какая еще убийца? Да ладно, сестра, она та убийца из Дунъюй. Я уверен. Успокойся или уходи. Хорошо, сестра. Наливай. Я раскрою твою личность, злобная убийца. Ты заплатишь вдвойне за то, что унизила меня. Как дела? Этого хочет канцлер, и я сделаю все, что смогу. Вот, взгляните. Учетная книга. Замечательно. Люди Северного Принца ничего не знают? Будьте уверены. Я сделал поддельную книгу для замены, от оригинала не отличить. Хорошо. Давайте, тост за вас. Ваше здоровье. Поскольку это важно для Северного Принца, я ее заполучу.